Ну что же, ребят, пятая, или не пятая, пятая карта, пятая карта. VPC из Dota 2 Leech, Invictus Gaming против ребят из команды DK. Best of 7, счет у нас уже вроде бы как нарисовался 3-1, ну, IG не хватает всего лишь одной карты до победы, что можно сказать. Ну, ДК надо тащить, три подряд еще. До победы. Вот так вот, дорогие друзья. Ну что же, день добрый, вечер добрый, или же утро доброе, у кого как. У меня, вот, допустим, сейчас сколько? 20 минут 11-го. По сайту это 10 минут 20-го. Или что-то я неправильно сказал. Ну да ладно, какая разница. Играют ДК против Invictus Gaming. Надеюсь, это у нас последняя игра будет. Ну и будет она жесткой. Будет она жесткой. С потом, с кровью и с леденцами. Как же без них просто. Ну что же, ДК имеют Веномансер, Enchantress и Dragon Knight. От Invictus Gaming видим Клокерка и Висажа на этот момент. Ну и берут ребята бонус тайм. Ну и будут о чем-то думать. Будут думать, наверное, саппорта какого-то возьмут. Что же тем временем имеется у нас в банах? Вот команда Invictus Gaming видим Devour, Ио, Инвокер и Тимбер. От ДК видим Герокоптера, Шторм Спирита, Профета и Алхимика. Да. Густо. Думаю, берут ребята из команды Invictus Gaming. Браво, что можно сказать. Просто браво. Так, включая чатик, вот он чатик. Понеслась. Что у нас тут есть? Смешно. 10 минут инут 20-го, да. 10 минут 20-го. Донбасс не пил, что ли, на Новый год? Нет. Я воздержался от всяких плохих гадостей, которые иногда попадают в организм человека. И тем самым теряется что-то там. Неважно, короче говоря. Ну что же, Bristleback для команды ДК. Поздравь Тулу с Новым годом. Тула, с Новым годом тебе. Красиво? Замечательно, я думаю. Не настолько плохо, насколько было хорошо вчера. Окей. Дизраптор для команды Invictus Gaming. Ну, увидим мы уже из 5 игр второй раз Дизраптора. Сейчас он в пике, в тот раз он был в бане. То есть вот так вот у нас получаются все дела. А раньше отвечал, что не только шампанское пил. И тут я задумался, что же было на самом деле. Привет с Казахстана, Иван. Ваван, точнее, Виван. Ваван. Спасибо. Это ГГ для IG. Ну, посмотрим. Я верю все-таки в Invictus Gaming. Ну и надеюсь, будет все очень-очень круто. Так. И Томск поздравь. Томск, с Новым годом. Элемент 819 любит ПГГ. Дизраптор контрится Бриста норм. А, Дизраптор контрит Бриста норм. Что-то иное слышал от Дизраптора. А, Сларк. Нет, не Сларк. Дизраптор контрит Сларка. А вот, нет, подождите. Что я сказал? Бристлбэк контрит Сларка, а Дизраптор контрит сейчас Бристлбэка. Ну, короче говоря, какая-то путаница Санта-Барбара. И вообще можно снимать 4 сезона просто райт-кликом. Надо это сказать Факеру. Факер, наверное, оценит. Факер оценит. Стопудняк. Ну что же, Силабир или же Лондуид попадают у нас в бан пятым баном. Вот ребята из команды Invictus Gaming. Ну и Клинкс или же Воня Хлёцкий от команды ДК. Ну что же, вот они последние пики. Я уже чувствую, что-то интересное нас ждет. Очень-очень интересное.
Плиз, Великий Новгород. Великий Новгород. Я вас поздравляю. Что, блин? Мама, привет. Тюмень, плес. Тюмень, с Новым годом. Короче говоря, всех просто с Новым годом, кто находится в чатике на twitch.tv/starladder8. Заходим, общаемся. Ну и не разводим там большой, короче говоря, флот. Вот так вот. Пугна. Для ребят из команды Пугна. Пугна для Пугны. Ну и ДК все-таки знают, для кого они берут эту Пугну, мне кажется. Так, что-то мне стало холодно. Кажется, надо закрыть окно. Ну, понятно же, после пятого пика. После пятого пика. Магнитогорск, боже мой, я даже не знал, что такой город существует вообще. Всех ивановцев с Новым годом. Вивер, последний пик для ребят из команды Invictus Gaming. Жестко, страстно, больно. Для кого-то сейчас будет. Ну, а пока я закрою окно. Я не выпал, все нормально. Смотрим Китай. Смотрим Кикай, да, Кикай смотрим. Стримить китайскую дотку утром, 1 января, только большой любви не надо денег. Интересно, наверное, что-то произнес товарищ. Ну, как всегда, я что-то зафейлил и неправильно просчитал. Но все же. Давайте пройдемся по героям, кто на ком у нас играет. Сорнадайр, команда Сорнарэдиант, конечно же. Сорнарэдиант, да, команда ДК. Муж играет у нас на ДК. Драгонайт, я имею в виду. Бернинг играет у нас на Пугне. Лан М играет у нас на Энчантрес. Айс, Айс, Айс играет у нас на Бристлбеке. Ну и Май, Май, Эй. Май, 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 Май. Как-то на Виномантере. Ну, честно говоря, плохой ник. На Дизрапторе у нас играет Файс. Банана играет у нас на Висадже. На Думе у нас играет Феррари. YYF играет у нас на Клокверке. Ну и на Хао играет у нас на Вивере. Это у нас ребята из команды IG или же Invictus Gaming. Именно у них сейчас три карты позади в ихнем зачете. Ну, команда ДК всего лишь одна карта. Ну что же, надеемся, что это последняя карта. Ну и увидим мы просто нереальную крутую доту в исполнении этих команд. Фух. Катхант отдыхает. Все вопросы решены, я думаю, на этом. Так, ну что же, понеслась. Драгонкнайт будет стоять у нас против Висаджа. Ничего себе, какой поворот у нас событий. Айс, Айс, Айс на Бристлбеке у нас выходит на сложную линию, но, как всегда. Против него будет стоять Вивер, Дизраптор и кто-то еще, возможно, Дум будет подходить иногда. Ну и внизу мы видим Трипла против YYF на Клокверке. Ну и Бёрнинг играет на Пугне. Это очень интересно. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, полегче, да ладно. Не может быть такого, я пропустил ФБ. Чертова. Ну, тут вообще изи фраг был, вы понимаете, что тут Айс 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 своими шипами просто распугал весь народ, который тут был. А именно Дизраптора и Вивера, который на лоу ХП тут находился. Да и в принципе все. Особо ничего такого интересного не было. Да, открыл Эклипстаты. Смотрим дальше. Ну, сейчас, конечно же, пойдут шуточки про Вилата. Давайте. Опа. Альтап. Нет, нету. К сожалению. Эх. YYF, видим. Уже три крепочка. Спрятал себе. Сейчас еще будут прятать, понятное дело. Вот идет спаун. Но сейчас тоже коги ставят. Крипы уходят. Спаун закрывается. Опа. Да ладно.
Что он творит? Что он творит вообще? Я так и не понял смысл пушить линию. Ладно, хорошо. Увидим дальше, что будет. Так, ну, Дум против ДК. Очень интересная у нас заруба. У кого больше силы в мече и все такое. Так, тут у нас бластом откидывается Бернинг. Сейчас еще один бласт зарядит. Половина крипов не будет. Опа, хорошо. Ну и добивать надо попробовать. Пугна-пугна. Ну почти как я играю. Надо в Китай ехать, точно. Что я сразу не подумал. Так, ну а тем временем у нас Виномантер развлекается с крипами, которые он отвел на спаунах. Тут же мы видим Enchantress в лесу. Вот она, та самая Enchantress через Untouchable. Мне это нравится очень сильно. Очень сильно нравится. Готов я уже отдаться просто такому игроку. Да, отдаться. Класс. Ну что же, Бестлбэк заходит у нас в чужой лес. Забирает крипов. И что же? Ну и к своим, да, ведет. К своему тауру. Как-то так. Как-то так получается у него это все делать. Третий левел у Клукерка, четвертый, по-моему, есть уже, да, четвертый почти с половиной. Четвертый почти с половиной у Бристлбека. Самое главное. Почти с половиной сказать. Что у нас тут на мидл-лейне? Происходит 18 крипов у ДК, 15 у Дума, 16 у Дума. Ну, так вроде бы равномерно идут ребята. Плюс один, минус один, такое. Такое. Такое, такое, такое. Тут же у нас пушится вышечка, как видим. А что-то тут эти не летают. Летаете? Нет, не летают уже. Эх, светлячки. Ну и все же, пугна забирает. У нас первый тавр. Есть у нас один фраг. Есть у нас один тавр уже, который упал. Ну и, по-моему, на второй должны идти ребята. Сейчас должна Enchantress подобрать тут себе зоопарк. Ну, после чего, наверное, отправятся ребята забирать второй тавр. Так, что у нас тут? Погоня за Бристлбеком. Ну, Бристлбек, понятное дело, тут живет. Тут умереть Бристлбеку это... Это да. Это да. Так. Ланем. Куда же ты отправишься? В леса, правильно? Угадал же. Приручает у нас совуха, начинает тут клювом избивать других маленьких совухов. Ну, все как всегда. Все как всегда. Все как есть. Так, шкучи вивер заходит. Вивер. Ой-ой-ой, ну напрасно это сделал, мне кажется, не? Нет. Сейчас бы так развернулся. Правый короны, левый похороны, Бристлбек и все. Дела-то тут. Фу. Айс, айс, айс умеет. Я не помню, это он выиграл, по-моему, один на один на интернешнале. Что у меня есть такое подозрение. Так, тут Смакевич. Тут Смакевич. Вот ДК будет выходить, а не на... На Дума. Но Дум тут уже все прошарил. Тут у нас все прошарил Дум, имеет ультимейт. Дум поджимает на землю, ну не... Гарри, Гарри, ясно. Чтобы не пока. Ладно, пугна. Прикупила себе арканы. Имеется базилочка, ну и без проблем сейчас запушу, наверное, тавр таким образом. Поставил вард себе. Если чё. Ну, видим. Спас. Немножко дэмэджа нанес. Минус Т1 тавр на мидл-лейне. Вот, ребят, с команды ДК. Тут же Драгонктайт находится с ДД, но тут цепанули Висажа. Тут цепанули Висажа, минус Висаж, второй фраг для ребят из команды ДК. Но тут еще есть у нас и Дизраптор, который тоже, возможно, как-то мечтает тоже попасть в таверну, побывать именно там. Хотя он уже там бывал, но я не знаю, что он там увидит нового интересного. Ладно. Ладно, 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 ладно. Дум. Каким образом тут очутился, я не понимаю, но все-таки он идет. Идет защищать. А тут же у нас Бернинг. Полтвышечки нету уже, благодаря бласту. И...
кому-то еще, своим рукам, наверное. Неважно, короче говоря. Веномастер 1200, ничего не покупает, копит все на варды. Бристлбэк 700 голды, ну, тоже ничего не покупает. Через Вангвард, наверное, пойдет быстрее всего, так и будет. Вивер, видим, Ring of Health, ну и ПТ-шечку не дособирал, видим. Как-то не доигрывает он что-то. Не нравится мне это. Так. Так. Ну и в чатике мне такие на... Не написали, точнее, да. Не написали, кто выиграл у нас 1 на 1 на интернешнале. Конечно же, грязь. Так, ну, по заявкам тут включить Networks. Пожалуйста. 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 Так, 3 раза пожалуйста, это очень слишком много, мне кажется. Ну да ладно. В Poker Club имеется УДК, через FastBKB решают он пойти. Ну, как, в принципе, и все. Это делают, Пугна имеет уже, Баклер имеет КДРС-очку, ну и Мека скоро нарисуется, уже скоро, да. Что у нас тут? Под Баклером решили забирать товар. Нет, тут еще у нас есть какой-то Сатир Мучитель, если не ошибаюсь. По-моему, так он называется, в русской доте. Неважно, короче говоря, тут сколько 300 хп у Тауэра, тут же есть у нас Дум, у которого есть Дум, точнее ультимейт. Ну и который неплохо так поджарит сейчас кого-то. А тут же у нас танцы-манцы с Бристлбэк и Вивер. Ну и тут ай-яй, таймлэпс, ну и неравная битва. Неравная просто битва. Не вспоминаем Версута, ребята. Версута это фейк. Я ничего не крал, а такое. Муши выиграл 1 на 1. Или Айс, 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 а ну-ка. Айс, Айс, Айс выиграл в финале, Муши победил. What? Барнаул, поздравь СНГ. Поздравил. Нет, выиграл именно Айс, Айс, Айс. Муши выиграл. Ну, ребят, давайте... Кто за Ice Ice Ice, плюсики, кто за муж и минус. Я думаю, так будет серьезно у нас все выглядеть. Так. Ой-ой-ой, для фортификации отлично прожали ребята из команды Invictus Gaming. О, влетает Клокверк на одного Бёрнинга. Клокверк, по-моему, отправляется он в таверну. Нет у него здоровья, да. Ну и отправляется вместе с Бёрнингом в таверну. Также вымер у нас Висадж. Возвращается назад у нас Веномансер. Веномансер, ультимейт хороший дает по двоим. Ну еще тут может у нас развлекать. Тут ДК всех, кого он видит. Да, минус Дум. Также упал, точнее, Т2. Ну и в Шукучах тут бегает у нас Вивер, который тоже почему-то не умер от ультимейта. Такое. Клокерк прилетает у нас на топ-линию. Сразу же получает он насал. Тут же ракеточка с базы. Ничего себе. Как играет YYF. Как играет YYF. Такое. Так, получает второй насал. Ну тут, по-моему, Айс, 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 по-моему, да. Габелла. Зандерстрайк повесили на него. Тут же есть у нас Бёрнинг. Возвращает назад с Бристлбэка. Бристлбэк. Умирает у нас Бристлбэк. Тут же у нас где-то Пугна с кем-то дралась. Нет, Пугна у нас уходит отсюда подальше. Ну и нет ультимейта, кстати говоря, у Пугны. Хочу это заметить. Ультимейт для слабых. Вот так вот. А, ну и решают ребята из команды ДК все-таки забирать последний Т1 тавер, после чего, наверное, принято добивать последние те, что останутся Т2 тавера. На топе и на мидл-лейне. Так, ну а тем временем Думчик на фрифарме выносит свою меку, должен выносить тут меку свою. Ну а тут торнадо, тут ничего интересного нету. Правильно я сделал, что переключил на Дума. Зато Бэйби Рошан так тух-тух-тух-тух-тух-тух. Наяривает как крыльями. Тух-тух-тух-тух. Нормально. Тут у нас летающая тыква. Так. Пугало. Вот, я вспомнил это слово. Как в Америке вот это ставят на полях. Так, ну что же, ДК заходят на Т2.
на топе. Стоит тут же Вардецкий. Поэтому надо аккуратнее немножко команде Invictus Gaming. Не знаю, чего радуюсь, потому что надо как-то топить мне за IG. Ну, почему-то я этого не делаю. Бред, короче говоря. Просто бред. Так, Вивер находит регенерацию, бежит наверх. Зандерстрайк, хороший Зандерстрайк, отлично. Играет у нас тот самый, под названием Дизраптор. Ну, тут накрыли Бристлбека. Бристлбек еще живет. Ничего себе, мека хорошо подкиляла его. Минус Бристлбек, также минус Клокер. Дум повесили у нас на ДК. ДК тоже будет жить. Урна. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Тайпетусы как залетает. Больно. Вот Ланема. Еще один Ипетус должен залететь, если не ошибаюсь. Да, именно так оно и есть. 2 в 1 получается. Такой размен у нас. Ну и живы остались тут ребята. Ну и в итоге еще забрали это 2. Ну вообще просто все шикарно. Cool story Dota. От игроков команды ДК. Так. БКБ. Red Click'ом покупает себе у нас Dragon Knight. Да, именно он. Я не ошибся. Ну и Bristleback покупает себе Vanguard. Тоже отличный артефакт. Как сказали бы некоторые, но... Все-таки есть минус. Все-таки есть минус. Мне нравится иконка. Вот старая иконка была классная. На Вангварде. А так, что это вообще? Даже не понимаю. Глаза, нос, рот посередине. И какой-то вообще чувак бледный. А вот тогда иконка была норм. Кто вспомнит, тот прикольный. Да. Скажем это так. Так, ну что же, забрали последний Т2 Тауэр, ребята. Ну и тут надо Рошана как-то забирать, что ли, ребятам из команды ДК. После него как-то пытаться все-таки зайти на Т3. Вот так вот. Как-то так. Слоумод не уберу, потому что вас много, а я один, и поэтому я, что ли, какой-то гость приглашенный, получается. Или нет? Нет, это не так называется. Это не так называется. Сказал какую-то ерунду. Блин. Весь день будут травить меня. Черт. Ладно, тут фамильяры, видим, под смоком заходят. Опа, чекнули. Хорошо, в леса. Так, контролить надо аккуратненько. Так, садятся фамильяры. Да ладно, встанет уже. Главное, чтобы жил у нас волк. Альфа-волк, альфа-фати-самец у нас погиб, к сожалению, и на этом ДК забанили за то, что они не умеют обращаться с животными. Вот такая вот печальная история. А, кстати говоря, тут у нас свиноматер-то, ой-ой-ой-ой-ой, что делает, а, как видим. Летает в IVF, ничего не крадет и в итоге погибает. Тут же у нас свиноматер-то просто заблочил спаун, и благодаря этому... IG все-таки проиграют очередную игру. И счет станет у нас 3-2. Бывает. Все бывает. Персеверанс у Вивера есть уже. 200 на руках. Ну, будет ультимейтор, понятное дело, сейчас. Или все-таки на байбек, мне кажется, оставит он. А ну. Хорош. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Так, ну, Аегис есть, давайте. Red Click, просто Tower и поехали разбивать всем лица. Просто. Слабаки. Айс, 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 пошел, пошел. Хорошо, спиной разворачиваясь. Хорошо. Для фортификации произвали, ребята. Ракеточка, хорошо входит, и слоу кидается на Бристлбека, но Сайленс, просто хорошая тучка вот Дизраптора, ну и поехали, Феррари, до свидания, ну и Динамайзер хорошо раздулся, видимо, это также погибает у нас Вивер, байбек от Клокверка, умирает у нас, нет, Дизраптор живет, нет, ГГ пишет Invictus Gaming, 16 минут. Ребята, учитесь. Вот это китайская дота. Не то, что было 4 игры назад. Вот это реально китайская дота.
Я даже не знаю, что сказать. У меня просто много эмоций. Браво просто. Просто.